Здравствуй, дорогой зритель! Я очень рад тебя видеть на своем футбольном канале. В этом коротком, но очень информативном видео я собрал для тебя основные моменты и все главы матча Челси-Реал Мадрид, который прошел сегодня, 6 апреля 2022 года. Перед просмотром видео советую тебе подписаться на канал и поставить лайк, чтобы всегда быть в курсе важных футбольных новостей, а они здесь выходят практически ежедневно. И еще, хочу тебя попросить написать случайный комментарий. Ну или же комментарий по поводу этого матча, так как меня долго не было и сильно упали показы. Это очень обидно, ведь я стараюсь для вас и хочу, чтобы вас было больше. Начинаем обзор изначальных составов команд. По таким составам начали играть Реал Мадрид. Чекни в комментарии, если ты пришел посмотреть на шедевральную игру Бензема. Так. Все, смотрим начало матча, и тут оказывается, что это не матч, а матч в игре, так как мы не можем показать, к сожалению, настоящий футбол, так как есть авторские права, а его нельзя нарушать. Вообще много вещей нельзя нарушать, и если ты русский зритель, то, пожалуйста, выходи на улицу и протестуй, митингуй. Помоги прекратить всю эту фигню, которую начала твоя страна. Так, сейчас мы смотрим, что не получается у Челси забить гол. Не получается. А, били угловой. Да. Били, так и не забили. Ну, будем считать, что тут выиграла Челси. Спасибо за просмотр, господа. Лайк, подписку. До свидания. Если досмотрел до конца, то да, подпиши в комментариях. Интересно, сколько вас будет.